Как вот бы отнеслись, если Энгельс присоединили к Саратову? Вот эта идея, как вот мне это да? Я даже не затрудняюсь сказать. В принципе, нам и так неплохо, я считаю. У нас хороший город, все у нас хорошо. Вы за или против? Ну, вообще-то, наверное, против. Почему? Ну, чем, мне кажется, меньше, тем лучше, проще все. И благоустройство делать. Знаете, я вообще из Смоленской области и в гостях у вас, поэтому однозначно на этот вопрос я вам ответить не могу. Не знаю местный менталитет и так далее. Поэтому трудно вам, скажем так, это... Ну, трудно. Ну, как бы по рассказам родственников, так сказать, ну, наверное, все-таки в положительном моменте. Потому что, в принципе, как бы это получается одна территория, разделяет только Волга, по сути, да? Вот, ну вот как-то так, наверное, могу сформулировать. Наверное, в целом отрицательно, потому что наш город тоже имеет свою историю, и он как самостоятельная единица тоже имеет большое значение. Отрицательно. Почему? Энгельс всегда был самостоятельный, самый чистый, самый хороший город. Не надо. Не надо? Не надо. Почему, как вы считаете? Ну, Саратов... Город-миллионник, наверное, уже почти что, да? К нему новые территории приросли и продолжают прирастать, все верно. Ну, индивидуальность Энгельса – это провинциальный город. Все равно он остается и он останется. И когда территория вот такая вот как бы обособленная, просто поглотится вот в эту большую... Индивидуальность Энгельса не будет. Да разницы, наверное, никакой. А я нет. Никакой разницы. Конечно, никакой. То есть ничего не поменяется? Нет, ну как, я не могу сказать. Ну так вот, чисто вот, что мы жили здесь, потом будем жить там вместе, что так мы ездили туда-сюда. Я думаю, разницы вообще никакой. Ну будет миллионник, это плюс как бы, да? А остальных больше плюсов не вижу, там какие плюсы. Только чтобы миллионником сделать. Там сейчас 880 тысяч, а у нас 220. Гарантированно будет миллионник. А в чем плюсы, я не знаю, в чем плюс. А в чем минусы тогда? Вот какие-то минусы есть такого присоединения? Ну, тут ни плюсов, ни минусов, как бы. Больше финансировать больше будут. Ну, присоединиться. Волга разделяет. Так что не получится ничего. Надо, в принципе, за, против, если... Нет, я за. Что даст, что хорошего, почему за? Большая территория будет. Думаю, не нужно. Почему? Ну, Энгельс отдельный город. Вот. Присоединение к Саратову, наверное, потеря какой-то самостоятельности, своих бюджетов, каких-то решений. Думаю, это не нужно. А будет миллионный город, и будет значение, большое значение будет для всей этой округи. Ну, я не знаю, Энгельс, наверное, не захотят. Они уже привыкли, патриоты. Но если, как говорится, они согласятся, то почему бы и нет? За эту идею? Да, я, в принципе, за. Будет хорошо. И, кстати, Энгельс подтянется. Сейчас все-таки он какой-то периферийный город. А это будет столица Поволжья. Вот старая история. Если бы был смысл город-миллионник сделать, какие-то были бы выгоды от этого, был бы смысл. А так нет, конечно. Потому что когда чем меньше город, тем легче им управлять, и администрации проще. А чем больше, тем труднее. Вот. Идея присоединить Энгельс к Саратову, вот как вот относится? Периодически плохо. Звучит это. А почему? А вот в Гагаринском районе и со сторожек не получилось. Цены повысились и все. Все деревенские льготы ушли никуда. Как не было дорог в сторону синьких, так их нет. И не будет. Деньги одни и те же. Их нельзя больше расширить за агломерацию. Вот нашу великую старого вождя поставили, Аяцкого. А денег-то нет, вот соколи что-то начали ковыряться. Сейчас денег нет. Как бы того, если будет продолжаться это все, надо сделать ничего хорошего. То есть Энгельс присоединять нет? Нет смысла, потому что это разные конторы. Там всегда была своя группировка, всегда, при всех царях наших местных. И туда ездил еще, был министр Завалев, он продержался ровно 2 дня и убежал оттуда. Да давно пора. Что даст, что хорошего? Что хорошего? Город-миллионник, метро можно построить.
увеличение финансирования, соответственно. А при чем здесь вообще финансирование? Меня это не касается. Просто большой город, значит, и возможности другие. Но если Саратов будет метро, это здорово. Я думаю, что неплохая идея вполне. Что даст, что хорошего? Если вот вы, например, за, почему? Я за, почему? Ну, потому что я, во-первых, я минусов не вижу. Вот. А плюсы, ну, будет один город, просто разделенный мостом, интересно, и все. Потому что все, кто в Энгельсе живет каждый день в Саратове, кто в Саратове каждый день в Энгельсе. Смысла не вижу разделять эти города.